Всем привет, ребят, с вами канал Зак Портал. Сделаю обзорчик на купленный мой MacBook Pro 16 2021 года на процессоре M1 Pro. Оперативки у меня тут 32 гигабайта. Мне он очень нравится, я перешел на него после Windows и охереваю. Купил на него вот чехольчик, вот он у меня в чехле находится. Ну, потому что я все время где-то хожу, все время его беру с собой, и чтобы не было царапин, такой чехольчик, я думаю, он мне нужен, пригодится. Компьютер, я от него охерел от жизни, когда начал им пользоваться после Windows. Он получается вот такой у нас. Нормально. Нормально. Ну, мне очень нравится. 1 терабайт памяти тут. От заряда я охереваю, потому что мой старый компьютер там минут 40, минут 50 работал без розетки. Тоже ноутбук. MSI называется. А этого мне хватает вполне на целый рабочий день. Причем у меня работа по энергии энергозатратна, потому что я рендерю, потому что у меня там открыто по 10 браузеров Chrome и по 20-30 вкладок в каждом. И спокойно мне его хватает на рабочий день, даже во время, вот как раз у нас отключают свет, может быть сутки не быть света. Ну, вообще, по 4 часа отключают. Вот если на 4 часа отключают, это вообще отличный вариант, чтобы работать во время блэкаута. На самом деле, уже, кстати, с 22 числа, я его купил 16-го, да, с 16-го, по-моему, декабря, а с 22 декабря свет уже у нас не выключают. Рендер на нем очень быстрый, прям, ну, охереть какой быстрый, Premiere Pro летает быстро. Правда, мне там знакомый сказал, надо на нем на Final Cut работать. Скачал Final Cut, но я вообще в нем не разобрался, что там делать, как там делать. Типа психанул, скачал Premiere Pro и не колебал себе мозги. И в ближайшее время с Premiere Pro никуда не буду переходить. Ну, типа, зачем мне переучиваться? Я думал, я там что-то интуитивно разберусь, но я колебал его в рот. Там тяжело все. Ну и Photoshop сюда скачал, по-моему, 22-го года. Premiere у меня 22-го года, да, и Photoshop у меня 22-го года. Вот есть тряпочка специальная для протирания этого дисплея. Да. Вот это я кофеёк сегодня попил, надо допить. Короче, Зак Портал, ваш любимый блогер, делает видео на вот эту технику. Давайте вам еще откроем. Он такой компактный, очень охеренный. Я до сих пор получаю эстетическое удовольствие от него. Он прям, ну просто. Просто я в ахере. Посмотрите на эту красоту. Тяжелый, да, он тяжелый, даже, наверное, не легче, чем мой. Старый легче. Но он просто охеренный. У меня нету слов, как на нем охеренно работать. Сейчас буду еще анимационный контент на нем изучать. Буду заходить еще, создавать анимационный канал. Вам ссылочку дам, чтобы вы смотрели еще мои анимации. Вот такой компьютер. Это девочки мои. Ну что, будем прощаться. Так, тут что-то есть у меня. А, уже нету. Уже нету. Ну все, ребята. Вообще, вот это мой рабочий стол. Как вы можете посмотреть. Вот это мой рабочий стол. Я привлекаю деньги, деньги текут ко мне рекой, мне хватает на все мои потребности, проекты и желания. Это моя мыслеформа. И вот такой блокнотик. Такой блокнотик. Здесь я записываю все свои дела. Личные. А еще у меня есть Trello. Trello — это такая
Короче, загуглите, что такое Trello. В Trello я работаю с партнером уже здесь. Сейчас начал читать вот такую книжечку. Вот такую. Ну что, ребят, вот, извиняюсь, что видосы геймерские, игровые не выходят. Классный такой, классный. Но скоро уже будут выходить, поэтому я такой небольшой мини-вложек вам записал. Сейчас выложу на канал. Все, короче. Увидимся, ребята.